Всем привет, ребята! И сегодня у меня новый и очень неожиданный для вас и для меня влог. Так, барабанная дробь. А, но не забудьте оформить подписочку на мой канал, ставить лайки и писать только хорошие комментарии. Короче, все, не томлю и говорю. Это влог будет про то, как я участвую во второй раз в «Голос дети». Короче, сейчас мы приехали на базу, которая называется «Фонограф». Там мы всегда репетируем, поем, и там еще проходит подбор репертуара. Сегодня мы приехали уже репетировать, скоро съемки, скоро буду уже выступать на сцене. Я так этому рада, просто вы не представляете. Я прям вот так очень-очень рада, мне хочется прыгать, бегать от счастья. Ну, все, поехали, пошли, пошли, а то мне уже не терпится. Погнали! Ну что, идем? Главное, что лето, да? Ты обычно всегда это зимой. Да, обычно это все зимой, тут это все, знаешь, такое, все в снегу, ты в куртке, в шапках, а тут лето, такой загоревший, отдохнувший, приходишь такой, работаем. И дальше начинаются уже репетиции на сцене, все такое, профайлики будем снимать. Все очень круто. А сейчас мы идем есть перекус. Ну что, ребята, подготовка к голосу — это не только выбор репертуара, не только уроки вокала и хореографии, но еще нужно придумать очень интересный, яркий образ, который подходит к песне и в котором комфортно выступать. Поэтому сегодня мы приехали в NGP Studio к нашим любимым ребятам и вместе будем сейчас думать и придумывать наш крутой, интересный причесон. Ну что, погнали! Это те самые легкие прически за 5 минут в школу. Ребята, и это продолжение нашего влога. Сегодня 21 число, понедельник, а сегодня будет много победителей выступать и так далее. Но мы с Лизой будем завтра выступать в первой половине дня. Сейчас будем тусоваться, и здесь вам будем все поснимаем. Муа! Мы тут сидим все, болтаем. Влад Сюкин, скажи, читаем. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, дорогие друзья. Я готов ко всему. Сальвейча. Верю. Если вы думаете, что я скромный, талантливый, застенчивый мальчик, то знайте, что это так и есть. Глаза. Такие грязные, как ты мучи. Осторожно, двери закрываются. Давай, Тай. Наш любимый Влад Сюкин. Когда вы так спелись, я даже не поняла. Помоги! Ты претендент. Мы верили до конца, что Тай повернулся.
Только... Спектакль окончен. Гаснет свет. Ребята, ну все, закончился второй день. Тот самый наш день Икс, как я говорила. Было очень все круто. Я хочу просто реально еще раз сказать спасибо Егору, тете Поле за такую теплоту, за обнимашки, поцелуйчики. Мне очень приятно. Было очень круто, мне очень понравилось, как я выступила. Я очень довольна собой, это самое главное. Хоть я не прошла. Почему не прошла? Не прошла, потому что у тети Поле не осталось мест. До меня, ну как, почти не дошла очередь. И у Егора тоже не осталось мест. И он сказал, блин, вот если бы нет, то я бы прям вот так и нажала на кнопку. И я такая, но мне очень приятно. Если бы, ну, вот не заполненные бы команды, то все было бы еще круче. Но я и так рада очень, все супер. Он заполнен. Кто? Где, что, где, когда? А, у Пелагеи место осталось, но... Да, у Пелагеи осталось, но я не формат Пелагеи. Вот, поэтому как-то так. А у Димы тоже не осталось мест. А у тебя остались места? Мне просто повезло. Мы с тобой теперь птенцы Гагары. Спектакль окончен, гаснет свет. Ну что, ребята, я продолжаю свой мега-крутой влог. Получается, слепые прослушивания уже прошли. Сейчас у нас начались поединки. Смотрите, какая сегодня модная, такая в галстучке с сумочкой. Пошла за всех болеть. Итак, продолжение влога вместе с моим любимым Владиславом Зюкиным. Да. Мы все рады, что Влад прошел, мы не сомневались в этом. Вперед, Влад! Все, я календарь, все. Я календарь, помните, что вы календарист. Вы календарист. Теперь можно. Ну что, бригада? Привет, как дела? Все супер, замечательно, классно. Какой у тебя вообще настрой? Настрой боевой, рабочий. Рабочий, ну это самое главное. Давид Хиникадзе. Да, привет, ребята. Привет. Я не знаю, что сказать. Окей. Okay. Это круто. Да, это реально жиза. Влад Зюкин – легенда птенцов Гагар. Вот именно. Ребята, сегодня закончился большой длинный рабочий день. Правда, я поработала сегодня репортером. Я очень рада, были очень интересные песни, классные номера, классная атмосфера, все было супер. Но на этом все. Я надеюсь на вашу подписочку. Прям переходите сразу же и делайте красную кнопочку подписаться серенькой. Я вас очень люблю, нажимайте на колокольчики, чтобы не пропускать мои новые крутые видео. Всем пока! Голос уже не летит. Ну а вы пишите в комментариях, как вам мое выступление на слепых прослушиваниях.